المسائل الثلاثة. Tre vaprosa. المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يفرد بتوحيد الربوبية وبالأسماء والصفات. Первый вопрос о том, что Всевышний Аллах нужно признавать его единственность в господстве и в именах и атрибутах. نعم. المسألة الثانية. Второй вопрос. أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يعبد ولا يعبد أحد مع الله سبحانه. О том, что обязательно нужно поклоняться только Аллаху и никому не поклоняться наряду с ним. الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان. Аллах Субхана ва Тааля недоволен тем, чтобы предавали ему сотоварищей в поклонении, кем бы то ни, он ни был. Ла наби, пророком, вала вали, или праведником, вала джинни, или джинном, вала салих, или праведным человеком. Аль-мас'ала ас-салиса. Третий вопрос. Кайфа натаамаль маа гайра аль-муслим? Как мы должны взаимодействовать, относиться к немусульманам? Ал-ан хал нуфаррик بين اليهود والنصراني هل هناك فرق بين اليهود والنصراني؟ должны ли мы проводить разницу между иудеем и христианином؟ نعم. Да. اليهود له معتقد وله عبادات والنصراني له معتقد وعبادات حتى له هيئة في اللباس. Да, иудея у него свои убеждения и свои виды поклонения. И у христианина у него свои убеждения, свои обряды поклонения, даже есть отличия в одежде. И поэтому мусульманин обязательно должен отличаться и от иудея, и от христианина. Во-первых, в своих убеждениях, в своих словах, речах. Говорить должен он, я мусульманин. Я не иудей и не христианин. لا يمكن أن يكون مع اليهود والنصارى في عباداتهم في أعيادهم. В действиях своих органов, деяниях должен отличаться от них. Не должен быть вместе с иудеями в их обрядах поклонения и участвовать в их празднествах. نعم. هل معنى هذا أنني لا نفي لليهود والنصارى بالعهود؟ Означает ли это, что мы не должны соблюдать договоры, которые мы заключаем с иудеями и христианами? نفي لهم بالعهود. Нет, мы должны соблюдать договоры. Не должны покушаться на их жизнь или как-то оскорблять их или забирать их имущество. Но вместе с тем мы не должны соучаствовать вместе с ними в их празднествах, в их обрядах поклонения, в их одежде. Мы должны призывать их к Аллаху, это обязательно. Мы должны желать им блага. Это, конечно же, вхождение ими в религию пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Аль-муслим ла ягуш аль-кафир. Мусульманин не обманывает неверующего. يقول له هذا الطريق مخالف حتى لما أمر به موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. Он откровенно говорит им, что этот ваш путь, он противоречит тому, даже тому, на чем был Муса и Иса. ولا بد أن تدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم وإلا أنت في النار صلى الله عليه وسلم. Мы должны сказать ему, ты обязательно должен войти в религию пророка Мухаммада صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.